Здравствуйте, Тарас. Это видео про ваш одуванчик. Вот ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Приклеено двухсторонний скотч. Сейчас я вам продемонстрирую его работоспособность. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагма 2 до 16. Блокировка затвора в одуванчике включена. Она работает, ловушка фокуса, в режиме камеры AFS. В режиме AFC и AFD она не работает. Сейчас я упакую одуванчик. Вот он одуванчик. Калибр. Небольшой отрезочек сильного двухстороннего скотча. Сначала, после того как вы сделаете вырез на юбке, наклейте на скотч и проверьте в камере. Если нет контакта, значит сдвиньте одуванчик вправо, влево или чуть вперед, чуть назад. И это клей и зубочистка для нанесения клея на байонет. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика и не допускайте того, чтобы клей попал, даже пары клея, на контакты одуванчика, иначе вы просто-напросто его замкнете и он не будет работать. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.